Всем приветосы! За эту неделю я собрал новые интересные и полезные вещи, о которых решил рассказать в сегодняшней подборке. Смотри внимательно и обязательно найдешь что-нибудь необычное и новое. Конкурсу быть! Поехали! Просторная четырехместная палатка. Благодаря специальной технологии, которая обеспечивает ее быструю установку и сбор, палатка получила название «автомат». Ее установка занимает всего 10 секунд. Достаньте из чехла палатку и бросьте ее на землю. Вот теперь вам останется только прикрепить ее к земле колышками. Эта палатка будет отличным временным жилищем для людей, которые решили провести несколько дней на природе. USB-хаб с держателем для провода мыши. Этот скорпион станет вашим незаменимым помощником на рабочем компьютерном столе. Он крепко удерживает провод мыши в держателе и исключает спутывание и натяжение шнура, добавляет непередаваемую легкость передвижения грызуна и, конечно же, украсит любой рабочий стол своим стильным дизайном. А 4 USB разъема помогут максимально комфортно и рационально использовать их, без необходимости заглядывать за крышку системного блока в поиске свободного USB порта. Пояс, который выглядит как часть одежды или модный аксессуар, способный решить ряд проблем, связанных с хранением мелких вещей во время тренировки. Спереди и сзади имеет прорези, через которые внутрь пояса можно положить много разных вещей, начиная от плеера и телефона и заканчивая деньгами и ключами от машины. Пояс можно перевернуть прорезями к телу, тем самым закрыть вход в карманы. Во время бега он надежно прилегает к телу, благодаря чему все вещи остаются неподвижными. Подстаканник. Такая простая вещица поможет в сложном выборе между поездкой на велосипеде и чашкой кофе. Ведь теперь попросту не нужно выбирать. Просто прикрепите подставку на руль велосипеда, выполненную в виде металлического кольца конической формы, с внутренней стороны которого проложен мягкий материал. Вставьте в нее кружку и наслаждайтесь кофе, чаем или любым другим напитком на всем вашем пути. Корпусные вентиляторы для ПК, которые обрадуют энтузиастов и геймеров не только в области периферии, но и в области охлаждения. Устройство имеет 9 изогнутых пластиковых лопастей, которые позволяют ему создавать мощный воздушный поток. Немаловажная фишка – это многоцветовая светодиодная подсветка, которую можно настроить под свой вкус с помощью пульта. Вентиляторы дарят настоящее эстетическое удовольствие, четко освещая весь компьютерный корпус изнутри. Удобная туристическая тренога для котелка. Компактная и удобная при транспортировке, она послужит хорошим подспорьем в приготовлении пищи на костре. Регулируется длина подвески для емкости, в которой готовится пища. Такая прочная и устойчивая тренога легко собирается и устанавливается. Является незаменимым атрибутом в походе или вылазке на природу. Пикник, рыбалку или тур-поход. Совок, который значительно упростит процесс уборки за собакой. Совок для фекалий используется вместе с пакетами, тогда приспособлению не придется даже мыть после процедуры. Гуляя с животным, вы можете просто держать это приспособление в руке. Когда собака сделает свои дела, уберите за ней. Нажав рычаг на ручке, вы получаете открытый ковш. Отпустив рычаг, ковш закрывается. Помним, что в развитых странах уборка за собакой – это норма и признак культурного человека. Беспроводная сенсорная мини-клавиатура. Девайс предназначен для использования совместно с игровыми Android TV-приставками и компьютерами. Устройство по размерам чуть больше ладони. Процесс подключения очень прост и не требует никаких дополнительных программ и настроек. Он полностью автоматический. Два режима использования в роли тачпада и клавиатуры, а также приятные возможности в виде заготовленных комбинаций жестов делают работу с таким устройством комфортной и приятной. Принципиально новый спортивный браслет для смартфона – это еще один шаг вперед в индустрии аксессуаров. Он позволяет держать телефон в пределах досягаемости во время работы, активности на природе или занятий в тренажерном зале. С таким браслетом вы больше не будете носить смарт в карманах. В
Фиксированное крепление позволяет закрепить устройство в удобном месте и обеспечивает надежную защиту вашему телефону. Размеры можно регулировать под разные диаметры запястий. Картина для раскрашивания по номерам. Это своеобразный набор для творчества. На профессиональном холсте нанесены границы различных цветовых сегментов будущей картины, а на каждой области проставлен номер, совпадающий с номером нужной краски. Вам лишь нужно взять краску с баночки и покрыть все сегменты с этим номером. Создание картины своими руками – занятие захватывающее и дарящее море позитивных эмоций. Лучший выбор для того, чтобы дать сильнейший импульс для самовыражения в искусстве игры с красками. Большой надувной мяч. Благодаря своей конструкции, после подключения к нему водяного шланга, такой мяч превращается в необычный фонтан, разбрызгивая и поливая все вокруг. Согласитесь, прикольный подарок в жаркие летние деньки, когда неотступно преследует желание освежиться, а тем более получать удовольствие, играя при этом в саду, попутно поливая растения. Разработанная мастерами бренда новинка позволяет стать обладателем самого настоящего летающего железного человека в костюме Mark II. Фигурка парит над комплектной базой на высоте, составляющей в самой низкой точке не более 5 мм. Выглядит это достаточно эффектно для того, чтобы любой фанат супергероя захотел стать обладателем подобного и поместить набор на свой стол. Друзья, пишите, что именно вам понравилось больше всего. Условия нашего конкурса ниже в описании. Там же находятся все ссылки на рассмотренные нами вещи. Жми Лукас и смотри эти интересные обзоры. Всем удачи и покеда!